Привет, мои любимые подписчики. Всем привет, ребята, это самые активные люди, ставьте лайки. Сальто заднее никогда не делал. Сегодня у меня необычный выпуск, мои самые дорогие. Давайте, ребята, наберем максимальное количество лайков. Удачного просмотра. Доебаться, что ли, не до кого? Нет. Доебаться, что ли, не до кого? Блядь, доебаться, что ли, не до кого? Я тебе сказал, сука, доебаться. Чувак, это пранк. Ладно, снимаем. Че надо? На, ебать, листовку. Нет. Бери, блядь, я сказал. Че, блядь, не понял? Листовку, блядь, взял, нахуй, убери его. Я цирк на Цветном бульваре за кого не хожу, может? Ты дал мне, блядь, говорю, листовку возьми, блядь. Дай заработать человеку денег. Вот человек зарабатывающий, он подходит и вежливо просит. Я нормально, я пока это вежливо считается. Нет, ладно. Пока я тебя не перехуячил, поебал. На, листовку, блядь. Алло, слышишь, нахуй, я сзади нападаю, блядь, нападаю спереди из пыра въебала, сразу говорю. Карлсон, блядь, не унуждай меня пиздить тебя. Пиздец, блядь, ты у человека хлеб отнимаешь, просто тупо отнимаешь. Мероприятие. Мы волонтеры штаба. Какого штаба? Ленина, и мы предлагаем гражданам посмотреть в виртуальной реальности, как изменилась Москва за последние 100 лет и при управлении Собянином в том числе. То есть такая, да, история? Просто сдалека смотрел, вот там шел, смотрю сдалека на вас, и реально, как горстка педиков стоите, серьезно. Обман зрения или не обман зрения? Скорее обман зрения. Обман зрения? А если в очках посмотрю, нормально будет? Можно, да. А чем тут изменил? Ну тут на полу-то на сторону, ну, блевотина вот. Ну бабка тут идет. Какой-то мужик еще. Покрутите. Попрошайка стоит. Что-то ничего, никаких изменений. Кошка с собакой здесь стоят друг за другом, за машиной. Кажется, он ее хочет трахнуть. Или мне кажется опять, вам, да, обман зрения? Вам опять кажется. Голуби налетели на старого человека, хлеб забирают. А, или просто летят. Шока машин самых разных. Вот если бы он мне одну дал, вот тогда изменился бы вообще. Правильно я говорю? Каждому по машине, тогда пошли голосовать за него. Правильно? Как Соболеву 5 миллионов заплатили за рекламу. Ну тут бомжи какие-то, шлюха тут стоит. Ну блин, ну ужасно, на самом деле. Ну, вот как. Не в лучшую сторону. Ну, однако, вы же видите сами, как Москва изменилась при управлении, как преобразился центр, как... Что значит преобразился? Сколько вам заплатили? На. На, блядь, доску, на. Доску, на, блядь! Доску, сука! Бесковозную доску, блядь! Ты че не понял меня, на? Доску взял, блядь! Это ты или не ты? Сейчас. А? По поводу. Ты, блядь, или нет? По поводу. Ищу, блядь, хуйло, выебанное в жопу, нахуй. Ты о чем, друг? Нужен человек, выебанный в жопу, блядь, понимаешь? А кто выебанный в жопу? Я в курсе, что ли? Я думал, может, ты знаешь, ну, либо ты. Я с таким человеком не общаюсь, выебанный в жопу. Может, ты, блядь. Друже, ты меня хочешь обидеть, что ли? Я тебя обидел, я тебя спросил, уточнил информацию. Ну. Может, ты, блядь, сорокотан ебешься, ну. Я откуда знаю? Так ищу, блядь, хочу пизды ему дать, сука, блядь. Трахнул меня вчера без гандона, блядь. Здесь не бурагой. Братан, мой палец может тебе в жопу залезть. Это Вольнов? Ты Вольнов? Смотри, чё, блядь, нахуй? Ты чё, блядь, охуел, блядь? Братан. Ты нахуй отсюда, блядь? Я тебе говорю, я тебе, блядь, сейчас в жопу залез. Блядь. Чё, блядь? Да, невкусно. Не нравится. Наверное, нормально. Ты чё? Не, я смотрю торты просто. Ты ешь и смотришь? Чего вы взяли, а что ли? А я ничего не ел. Ну ты в зеркало, ты глянь на себя. Вы, ну что, шутите? Я просто смотрю торты. Попробуй себя. Это не я. А кто? Это не я ел. Я просто смотрю, это вкусно или невкусно. А как ты смотришь, просто вкусно или невкусно? Вот это... Он на меня погнал, типа я торты ел. Третий сорт. Это уже третий сорт. Я вот это первый. И столовая, тут нельзя прийти вот так вот просто покушать. Я ничего не кушал, чего вы взяли? А что вы делаете сейчас? Я смотрел торт. У вас в торте рот. А, то есть вы хотите сказать, что я сейчас это ел? Да. Потому что у тебя следы от торта на лице, посмотри. Блять, кто-то намазал. Сюда. Чем? А, намазал, да? Реально. Сейчас намажу. Сейчас. Кто намажет? Сейчас намажу, нормально. Оплачивать будешь? Конечно. У меня сейчас самые дорогие оплаты. Пошли на кассу. Смотри, давай, смотри, давай. Ты думаешь, шутки они, тут? Давай, они давай. Вот пусть а ты кто? Берите. А ты кто такой? Я сейчас объясню, кто это. Вот, сейчас подожди, ты меня узнаешь. Вот серьезно? Да. Давай, серьезно. Пошли. Пойдем. Вот, он же кусает их все. Открывает и кусает. Да. Все открытые, давайте мне сюда. Вот это тоже давай. Ты же хочешь, бери самые дорогие. Бери. Сейчас ты и дорогой оплатишь. Да, давай, бери все, которые... Сейчас оплачу. Вот эти бери, те, что я не ел, давай.
Я посмотрю на тебя потом. Как ты запоешь. Я просто сейчас как ты тебя зовут? Какая тебе разница, как меня зовут? Сейчас а что ты так разговариваешь? Как хочу с тобой так и разговаривать. Серьезно? Да. Ты кто? А ты кто? Пошли на кассу пробиваться. Мы с тобой сейчас поговорим. Давай, пошли. Думаешь, что? Как тебя зовут, Алексей? Сейчас ты знаешь. Давай. Думаю, и что? Оплачу сейчас. Проходит. На изи, ебать. Оплачу, сейчас еще, блядь, тебе пойду еще дорогой оплатить. Бери, бери. Оплатишь? Да. Оплатишь? За то, что... Пацана слово даешь, что оплатишь, ты самый дорогой? А если я оплачу, то ты кто-то такой? Я? Да. А какая тебе разница? А что ты такой умный? Ты будешь оплачивать самый дорогой торт? Если я его ел, я оплачу. Если я его ел, я оплачу. Ты. Слышишь, заткнись, ты как разговариваешь с клиентом? Какой ты клиент? Какой клиент? Я покупаю. Ты в шоколаде стоишь, что ты в магазине? Ничего, ебать. Чтобы я не ел, нахуй. Пробейте. Мне вообще похуй, мог по магазину съесть, я плачу здесь. Иди. Что, иди? Я дорогой, не понимаю тебя, что ты хочешь. Самый дорогой торт, иди надкуси, я пробьешь. Да нехуй делать, вообще, ебать. Иди, пошли. Нехуй делать. Пошли. Принеси его здесь, надкушу. Буду принести, пойдем. Ты сейчас... такой умный. Принеси пошли. Его здесь, пошли. Надкушу, сейчас я плачу. Я давай, ебать. Давай, ебать, да. Смотри. Вот. Вот, смотри, я могу так сделать. Я плачу сейчас. Просто на изи, ебать. Чтоб не был таким умным, но. Серьезно? Да. Да. Давай, поехали. Смотрите, алло. Стой, на. На месте, блядь. На месте, сука. Я сказал, блядь, остановился. Чё? Чи, да? Нет. Чи, да? Тихо. Чи, бля. Тихо. Чи или не чи, бля? Тихо. Друг мой. Чи, да? Тихо. Чи, да? Тихо. Чи, да? Чи или не чи? Да какие чи, ёпта? Чи, да? Нормально у тебя конфеты, ёпта. Нормально, да. Нормально. Чи, да? Винокос хороший. Привет, старушка. Дай одно мороженое мне. Какое? С клюквой давай. 110 рублей. Чего 110? 110 рублей. С администрации, ты чё? Да. Что такое? Ты не запоминаешь меня? Я пока не надо. Очень много. Много ходят. Взять помощь чем-нибудь. Стоп, значит, там еще у меня два кента с администрации. Лысый и Боровита Шмидта. Еще два мороженого и тогда две бутылочки воды. И две бутылки Powerade, что мы все спортсмены там с Виртухана рубим. Да. Да придем, конечно. Сколько унесу, приду. А, да, еще одну. Еще одну Powerade. А как вас записать? Ну, запишите, Эдвард Билл. Там, всех долбил. Ну, так, позывной. Ну да, всех долбил. Ну, в плане, что я ж там долблю всех. Я как старше там всех это, да, отрабатываю. Так что давай, я имею в виду, давай, старушка, не хворай, не скучай, приду скоро. Мы едем в Лондон с тобой. Что ты мусоришь, дядя? Я еще раз повторяю, мы на «ты» перешли. Ты что, неадекватный? Я говорю, что ты мусоришь на пол? Я еще раз повторяю. Мы пили, чтобы переходить на «ты», дядя. Ты че, Вася? Ты мусоришь, говорю, Вася, сел. Вася, закрой. Ты че, потерялся, ну? Или че, я не понял. Как ты базаришь вообще? Базарит бабку, базарит. Ты базаришь, а щелкаешь, блядь, гопник, ёпта. Стоит, щелкает темочки на пол, блядь. Гопник, ёпта. Не охранник, понял кто-то? Сосал, нахуй. Проблемы какие есть? У тебя проблемы, ёпта. У меня нет никаких проблем. Ага, блядь, стоять вот так вот, нахуй, вот здесь, ибо щелкать. То есть это не проблема, да? Серьезно, ну? Серьезно. Давай форму съебался отсюда тогда. Ты домой, ну. Не охуеваешь ли, блядь? Охуеваешь ты, ебать, стоять, щелкать семочки, ебать, и разговаривать со мной вот так, надо отъебись. Может, тебе ебнешь, что фуражка слетела или что? Здоровье-то хватит. Ну, у меня-то хватит вертухи вынести, а в кусты. Я тебе серьезно говорю. Слушай, дружок, я... Нахуй ты стоишь и со мной так разговариваешь, я не понимаю, ты что? Сейчас тебя миллион человек увидит и поржут себя, дурака. Мне похую, ну, похую посмотрим, дурак, блядь. Дурак, мне похую.
И только что дошла информация, что вы, короче, в жопу трахаетесь. Это правда? А что тебе надо? Только что сказали, вот два человека сидят в костюмах, реально. Ну и что надо? Не, просто спрашиваю, просто тут сидеть. Я просто отвечаю. Что ты отвечаешь? А что тебе на что-то подхочется? Я уточнить хотел. Да лучше где-нибудь в другом месте. Ну уточни у вас, вы ебетесь или нет? Вопрос просто. Ты попробовать просто хочешь? Ну вы же покурите, что хочешь-то? Я уточнить вопрос ну, хотел. Ну не здесь уточняют вопрос. А где? На улице вообще некорректно подходить. Мы можем зайти внутрь уточнить вопрос. Ну сейчас зайдем на работу, обсудим. Обсудим, да? Нет, ну просто так странно. Ну такое же бывает. Ну, напрямую сразу уточнить. Сразу, чтобы быть в курсе дела, да или нет, как бы. Может быть, разрулим, да, внутри и все. Куда идти надо? В ЦУМ выходят. В ЦУМе, да, поговорим? Хорошо. Сейчас тогда в ЦУМ пойду. Сейчас пойду куплю в аптеке эти. Контекс и Дюрекс. И сразу в ЦУМ. Давай. Договорились. И смазку. Да? Смазку брать или нет, ребята? Или не брать? Скажи, что тебе нужно, я не понимаю. Так я же сказал. Так я тебе говорю, иди заходи в ЦУМ. Там поговорим. Да. Хорошо, все. Сейчас я быстро приду в ЦУМ. Ебать, они чё, в натуре геи. А я реально пидоры, слышишь, ебать, ебать, мне страшно стало. Ваня, смотри, не спались с камеры, блядь. Ребят, вот и закончилась серия, да. Этот человек мне очень сильно помог. Скажите, да, типа, да. Да, он здесь стоял для красоты. Это очень крутой человек. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. На него вы просто не подпишетесь, потому что у него нет Инстаграма. У вас же нет Инстаграма. А нахуй нужен? Инстаграм, ссылка в описании. Я попрошу вас максимальное количество лайков ставить, да? Скажи, да, ставьте лайк. Ставьте, ставьте. Да, скажи, суки, ставь. Это там люди мои, они все поймут. Скажи, сука, ставь лайк. Спасибо вам за просмотр, да. Все вы понимаете. Как вас зовут? Лилиан. Альберт знает свое дело, он всегда со мной. Мы всегда здесь. Все, Альберт, пока.